Хелло, амигосы, вечер добрый, с вами Квантум, с вами Дизари, с вами Агиман. И добро пожаловать, это Прячущий в GTA 5 онлайн. Всем привет. Всем здорово. Сегодня у нас 9 автомобилей, по 3 машины для каждого участника. Каждый из участников прячет свою группу машин как можно лучше, чтобы другие их не нашли. Сегодня нас ждут абсолютно новые испытания. Смотри, что получится. Мы будем начинать. Поехали! Желтые машины — это мои машины, красные машины — Дизари, и розовые машины — Агиман. Он говорит, я хочу самый милый цвет. Вот мы ему сделали розовые машины. Значит, машины прячем возле аэропорта. Территория, в принципе, большая. О, Range Rover называется Peacemaker. Поехали, Peacemaker'а спрячем. Вездеход. Куда его засунем? Территория, опять же, повторюсь, очень большая. Проблем с спрятанием абсолютно не должно возникнуть. Тихо. Проблема только в том, что машины очень яркие, и их видно просто за несколько километров. Вот в чем проблема. Можно попробовать сделать следующее. Что мне это даст, я не знаю. Но давай приколимся, попробуем с разгона. Уйдите, люди. Идеально прям на крышу бы попасть. Нет, блин, не попал на крышу. Ладно, сейчас попадем. А левее не в конце, а вот сейчас. Давай! Четко засейвился! Идеальный был. Просто и поставим ее вот здесь, чтобы ее не было видно со стороны парковок. Четкое место! Забраться сюда можно вот по этой диагональной опоре. Все честно, справедливо, вообще здорово. Первую машину спрятали. Следующая машина — это Нива. Просто как сразу тепло становится. Родная, близкая такая машина. Лада 4. Ого! А что -то для Нивы это слишком дерзкий аппарат. Нужно другое место. Может ее вообще подтопить где-нибудь? Это же Нива. Она 4 на 4, полный привод. Можно ездить где хочешь и как хочешь. Не, она тут тонет, тут глубоко. Вообще думал за камнями поставить ее там. Но там она утонет моментально. А хотя... Все, давай посмотрим, как это выглядит. Идеально, конечно, я припарковал ее. Лучше не придумаешь. Посмотрим, как это выглядит. Нивы нет. Она спрятана очень даже хорошо. Остается финальная машина. Это Nissan Патруль. Куда его спрячем? Ох ты, он тоже какой дерзкий, слушай. За забором, если ее припарковать, вот сюда пос... Слушай, идеальное место. Если вот так вот, смотри, сделать... Бляха-муха. Вот так вот делаем раз. И делаем два. И в принципе можно найти грузовик и закрыть ее грузовиком. И вообще будет идеально. Сейчас так и сделаем. Гениально, идеально и просто. Что самое интересное, это со вкусом. Просто четко. Но у нас будет всего 3 минуты на поиски автомобилей. Все машины мы спрятали. А это значит, что найти нужно самую лучшую, самую быструю и самую красивую. Свои тачки брать запрещено. 3 минуты, 180 секунд. 3, 2, 1. Время пошло. Поехали. Так, пацаны, давайте начнем с того, что парковка слишком большая, многоуровневая. Подсказку, там есть машина или нет? Кто-то прятал на парковке машину? На многоуровневой нет. Там, где куча подъемов и заездов, там прятал тачку кто-нибудь или нет? Я не прятал точно. А ты, Дизари? Нет. Я там тоже не прятал, потому что, ну, как бы время терять, искать там вообще смысла нет. Согласен. Хорошо, есть еще одно интересное место, куда я хотел спрятать машину, но делать этого не стал по причине банальности этого... Я нашел Land Cruiser. Toyota Land Cruiser нашел? По причине банальности этого места. А, ну я с ним не особо заморачивался. Да? Пацаны, я нашел тачку, для меня время вышло, и спасибо вам большое. Ладно. В принципе, меня устраивает этот такой красивый, прям мощный внедорожник. Красный. Ты в метро заехал? Да! Ты гадость! Я хотел тоже в тачку в метро спрятать. Думаю, буду прятать или не буду? Ну, думаю, ладно, не буду. А интересно, да. Дальше кто-то прятал, если глубже? По-любому Агиман глубже спрятал тачку. Я, да, я мог. О, почти. Ты мог. Контвет, блядь, сама беспалевность. Чё ты нашел? Пригнал такой грузовики и сюда не поленился. Иди нафиг, Агиман! Они слишком палевно стоят, ты понимаешь? Я постарался несколько грузовиков пригнать, чтобы это было менее палевно. Агиман, да блин. Агиман нашел мою тачку. Ушлепок. Сам же спалил ее. Просто утапок Мурло. Ну нет, я думал, сейчас я прикрою ее грузовиками, ее будет не видно.
О, время вышло, мы уже как бы все сделали. Да, я проверял свою тачку и думал, а может там сзади что-то есть, такая стена так манит меня. Смотрю, там тоже грузовики Палевна стоят. Да иди нафиг! Думаю, дай проверю. Вон внизу, вот тут, на этом уровне. Вот, розовая тачка, я так и знал, что кто-то спрячет на этих выступах на прибой, а? Моя тачка, ну а Гиман знает, где моя тачка, да, Гиман? Одна желтая, ты видел, где я ее прятал? Да, вот в этом районе, она как раз таки недалеко. Да, Дизари, где моя машина, как ты думаешь? Твоя? Смотри, не, моя машина прямо в этом районе. Вот так вот подпрыгни и увидишь, его она стоит в тени. Да. В тенях. И еще одна моя машина. В этом районе есть ваши машины какие-нибудь интересные? В этом районе нет. А у тебя Дизари? Ну, у меня они в этом районе. О, нашел. Нашел? Нашел ее, она там идеально просто вписалась. Где? О! Ничего себе, го-го-го. А кто тогда загонял в гараж к Беннису тачку? Моя тачка тоже в этом районе. Я в гараж не загонял, но мне кажется, нет, можно заехать в гараж. Сейчас посмотрим. Здесь есть тачка чья-нибудь? Есть тачка. А где она? Покрасочная, что ли? Да ладно, блин, серьезно? Это самая жесткая тачка, да. Едьте сюда за мной. Я надеюсь, что как раз кто-нибудь туда залезет, типа посмотрит, типа, ну нет тачки, покрасочную не пойдет. Жесть. Ебан, у нас любого ракурса, кроме как этого, не палится. Показывай, где у тебя. Вон он стоит. Ааа, фордик стоит. Да. Вообще неплохо. Пацаны, где моя машина? Иди сюда. Моя тоже здесь. Да, моя тоже здесь. Где тачка, пацаны? Да ладно, подожди. По одной машине каждого нашли. Ты зачем Ниву? Он одну на крышу запихнул, другую утопил. Смотри, Агиван, где тачка моя была. Ну-ка. Это вообще нереально было найти. Я говорю, за камнем где-то. Ты так сложно прячешь, что у нас типа это, на скутере даже не запрыгнешь на крышу, никак не заберешь машину. Так ты мог по краешку заехать туда и спрыгнуть с парапета, там все продумано было. Утопил, как бы, но... Мы готовимся к испытанию, прокачиваем автомобили и, как я говорил, будет сегодня новое испытание, посмотришь какое, погнали. Мы готовы к испытанию. Как и говорил, это новое оффроуд испытание. Наша задача проехать как можно дальше за 3 минуты. Вы готовы? 3, 2, 1, время пошло. Вот спасибо. Это я улупился, Агиман, не разворачивайся, Дизари застрял здесь, втроем здесь тяжело ехать на самом деле. Я застреваю уже в самом начале, пацаны. Дизари! Я перевернулся, помогите мне, боже мой. Да кто бы нам помог, Агиман, ты вообще лидируешь как бы. Я штуки скину и проеду нормально. Оп, ой, пролетел. Да нифига ты полетел там, Агиман, у тебя вообще тачка прет проходимая, капец. Я только по бревнам еду. Я просто на скорости залетел. Ребята, лебедку быстро. И перепрыгиваю. Ты трупа накидал, ты по трубам не заеду здесь в жизни просто. Че за ловушка Джокера? Бляха муха. У меня жопой она просто едет имбами. Я не знаю, мне хоть вообще передом ездить не надо. У тебя тачка вообще реально прет. Я вот сейчас смотрю и я офигеваю с того, как она у тебя едет. Она прям супер валка. На нее, кстати, никто надежды вообще не оставлял. Да, я сам на нее грешил, думал, она просто супер бесполезная. Поехали. Но в целом, она едет тихо, аккуратненько. Ого, как я вырвался. Очень даже неплохо едет. Да, блядь. А что ж ты делаешь, езжай, она просто у меня тачка катается. Зачем ты катаешься, не катайся. Лучше кататься, чем прыгать, иногда как говнище. О, фига, ты по стенкам там ездишь вообще. Я от них отпрыгиваю, я по ним не езжу. Я на них, короче, облокачиваюсь и отпрыгиваю от них, понял? Тупо бревна, трубы лежат металлические. Давай, наконец-таки! Надо было, оказывается, вот это крузак. У меня такая же беда, понтумец, мне камни, два камня заживало. Да, привет и добро пожаловать. А время, знаешь, сколько осталось? 50 секунд. Ё-моё. Так ты выиграл уже, Агиман, что тебе? Тебе нормально. Ну выпустите меня, камушки, ну пожалуйста. А ты на какой отметке находишься? Примерно, где тебе искать? Здесь 110 баллов. Я на 70, и я укатился туда, куда мне не нужно было катиться. Абсолютно. Я и шифтом, и катран тут прохожу. Такой мастер-скилл тустов. Так, выбрались. Поехали дальше. Поехали. Только, блин, 70 пытаюсь прям. Она вообще меня не цепляется. У меня уже 130. Время вышло, господа. Я даже проехать элементарно не могу эту балку. Я на ней сел и все. Хотя не, проехал. Агиман занимает первое место. Забирает себе 1 балл. У меня 0 баллов, и у Дизари 0 баллов. Мы переходим к следующему испытанию.
Следующее испытание дерби. Мы играем, как всегда, до 3 побед. Посмотрим, чей внедорожник будет самый сильный, крепкий и невалкий зацепистый. 3-2-1, поехали. Дизари. Застрял уже просто на сосочке первом. Так, я рулюсь очень плохо. Это нужно... О, пацаны закусились. Он просто бодается нормально, кстати. Тихо! Не надо меня толкать. Я да, блин, маленький. Я, понимаешь, я подпрыгнул. Да. С чем мы стоим здесь? А нам сейчас жопа будет обоим. Два голубка такие стоят. Иди нафиг. У нас тут дерби, мы воюем. Да. Хрен, а что он сделал? Воевал? Так. Капец, да, я валки. Дизари, там за тобой хвост. Я пытался подвеску опустить. Просто все это как время. Я тяжело поворачиваю. Да я такой же вообще. Зато ты проходим, у тебя есть бал. Оп. Да, так, ты как бы это в тебя врезался, ты почувствовал или тебе все нет, равно я было? Я увернулся. Ну, в принципе, равноценно что-то получается. Я его столкнул! Это первый бал! Красота! У меня есть один бал. 3-2-1, продолжаем! Ого, на меня рванула красная машинка. Не очень-то это было по-дружески, мне кажется. Как-то... Блядь, я засмотрелся! О! Хорошо. Красная машинка, ну-ка. Я дебил. Может, я могу отсюда вернуться попробовать? Ты же упал, все. Проехал такой. Вовремя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, Дизари, тихо. Малыш, успокойся. Ты меня в прошлый раз обидел, малыш. Ага, нихрена. Ты хитрая гадость. Что делать будем с тобой, Дизари? Тебя надо столкнуть вниз прежде всего, я считаю. Вон ту. Бляха, да. Ты муха. Ты, управления ты... нет, поворотов нет. А этот какой Дизари вообще маневренный, офигеть. Он чисто маленький поворот. Дизари, отстань от моей жопы. Ответ, я почти залез назад. Там не залезешь ты оттуда, да? Он очень маневренный! Он очень маневренный! Он настолько поворотливый, что капец! Следующий раунд у Дизари победа, у меня победа у Агимана 0. 3-2-1, поехали. Просто небезопасно. Особенно вот эта вот Моторола небезопасная белая. Посмотри, что творит. Я не Моторола, я Лэнкрозер. Судье расскажи. Это чего у вас так много здесь? Че, мне пристроили к Дане, теперь я в таком же положении. Фига у него, зеркала заднего вида убийственные. У кого? Ты у меня зеркалом зацепил, чуть не упал. Давай, плющ его. Камнями. Пока. Просто, ага, еще и в воду. Следующий раунд. У Дизари 2 победы, у меня 1, у Агимана 0. 3-2-1, поехали. Вы что, вдвоем против меня одного, да? Вот это. Как понимать? Вообще! У Агимана есть первый бал, а хотя... Я держусь. У него два колеса есть, он может выехать. Блин, у него есть все, первый бал. У Дизари 2 победы, у Агимана 1, у меня 1 победа. 3-2-1, поехали. Поехали. Ладно, Квантумец, я пока тебя не трогаю. А я тебя трогаю, да? Ну подвинься, блядь. Да куда мне подвинуться-то нахер? Трындец. Квантумец. И не говори, трындец. Мы дружим или не дружим, я не понимаю. Да не дружим, я тоже не понимаю, что происходит. А, ну все, у меня жопа. Нет, повезло тебе в этот раз. А вот в этот тоже повезло. Слышь, ты это, в казино сходил бы сегодня, наверное. Да он не... Вообще его... Я пихаю в него, не, он не... перпендикулярно все, по-моему. Не боксуй. Нет, только не боком! Нет, только не боком! Ты тупой внедорожник! Он стал на два колеса! Он не стабилизируется! Он не стабилизируется! Это просто финал! Это самая хреновая машина, просто... Это еще круто так, без кунгурятника, как бы, понимаете? Но нас ждет еще гонка, посмотрим, чей внедорожник будет самый быстрый. Поехали! Это финальная гонка. Посмотрим, кто победит. Будет ничья или выиграет Агиман или Дизари. Сейчас мы это узнаем. 4, 3, 2, 1. Поехали. Давай, малыш. Все, я так и знал. Крусак самый медленный будет. Ладно, ребята, у меня есть балл за дерби. Как бы. Ну да, походу, подожди, я не рулюсь. Вот в чем проблема. Я хоть и быстрый, но проблема с управлением у меня присутствует жирная. Если вы разобьетесь, то я вас тогда, может быть, обгоню. Да. А так хрен знает вообще, вы просто уехали. Заносит. Вообще, а что у меня сказал? Алло, GTA, что случилось? What the fuck? Воу-воу-воу. Мыло, все закончилось, мыло. Я такого еще не видел в GTA, прям был не очень приятно удивлен. Слышь, толкаться будешь, вместе погибнем, понял?
Так, пацаны, я вроде пока еду нормально. Охренел, блин. А тебя что, дизайнер догнал, Агиман? Да-да-да, в попу. Ты со своей скоростью, со своим, со высокой скоростью и отсутствием управления. Так, он вообще капец неуправляемый. Но нет, по скорости я побеждаю. Хотя бы скорость здесь имеется. Но... Знаешь, мы тебя видим, как бы ты не сильно выигрываешь по скорости. Да потому что я рулить не могу, я тут рулю в каждую машину. Да-да-да, я просто переезжаю этих машин, мне трафик пофигу, я дерби. Серьезно? Я просто вижу. Я как Бигфут, блин, хомуха. Я ощущ, по ощущениям, как будто не поворачиваю, как будто дрифтую. А, я вижу вас, вон вы выехали на спуск. Я тоже дрифтую. Ё-моё. Давай, погнали, погнали, все, едем аккуратненько. Ну, разгоняйся, ты крузер, стриптизер, ну... Не, вот эта скорость максималка у меня хорошая. Не, все, на трассе уезжает. Да-да-да, на трассе он прям улетает. А вот по поворотам что-то надо, короче, сбавлять ход в поворотах. Это твоя стихия, я сказал бы. Зачем я внедорожник, когда я вот по шоссе хорошо езжу? Блин, я даже по прямой, блядь, меня заносит, что это за машина такая? Капец, он пытается ехать боком. Может, это дрифт корч у меня какой-то попался, не внедорожник. Дизайн испытал корч в метро. Так, тихо. Неплохо. Тихо. Так, остается 1.5 километра. Ну, Максимал догоняет все уже. По максималке, да. Стоять! В поворот входи! Молодец! Так, тут главное не улететь, пацаны, я почти приехал. Бляха, муха, я чуть не разложился об опоры моста. Так. В принципе, у нас с тобой, я не знаю... И я вижу финиш. Да я вижу финиш. Видишь. Хорош, я финишировал и не сдох. Вот ты засранец. Нифига, ну ты на целый километр оторвался. Повезло, от меня, повезло. Реально, от меня на 1.5, кстати. И это прячущий, как тебе выпуск? Пиши мне в комментариях. Не забывай про подписки на канал Дизари. Сделай то, что мы хотели, и все. Спасибо за просмотр. Получается. Обязательно подписывайся. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.